днем около 15 часов поступило сообщение с дежурной части, что возле парка ветеранов совершен грабеж. У женщин выхватили сумочку, молодой человек скрылся. Незамедлительно прибыли на адрес, пообщались с заявительницей, после чего я пошел отрабатывать парк ветеранов. И через некоторое время из дежурной части поступило сообщение, что в парке ветеранов находится женщина, которая наблюдает за этим молодым человеком, который выхватил сумочку. В парке ветеранов был выявлен молодой человек, схожий по приметам. При нем же находилась сумочка. Данный гражданин был нами задержан и доставлен в первый отдел полиции.